Завершающий бросок. Но Торпедо все равно так потихонечку свои моменты тоже создает. Потеря очень ненужная. Секстон, гол! Шикарное исполнение. Первая же ошибка нижегородского Торпедо заканчивается шайбой американца Дэна Секстона. 17-й гол в этом сезоне у этого нападающего и 36 набранных очков. Давайте по порядку разбираться. Ну, во-первых, да, здесь все нам быстро показали. Костин остался один. Да, и передача-то какая была замечательная.